Эрик, слушай, Масери, всем доброе утро. У меня утро начинается, как обычно, с кофе. Как у вас дела? Как ваше самочувствие? Сегодня ко мне придет коллега по работе. Я хочу приготовить сегодня. Сегодняшнее меню я вам расскажу. Сегодня может, я покажу. Готовлю меренговый рулет. Потом хочу приготовить еще манты. Так, ну что, продолжаем. Кофе я выпила. Сейчас буду замешивать тесто. Замесила тесто. Тесто должно быть таким тугим. Он у нас пролежит минут 20-30, а тем не ревнее я приготовлю мясо. Продолжаем. Тут у меня кориандр, черный перец, чебрец, соль. И немножко воду добавлю. Все, я порезала весь лук. Очень горький оказался. Это вообще. Так, сейчас добавляем чеснок. Все, теперь перемешиваем мясо. Я сюда же добавляю воду. Все. Вот такое тонкое должно быть наше тесто. Вот видите? Вот такое. Все. Лист я промазала подсолнечным маслом. Продолжаем. Манты я приготовила. Теперь приготовим меренговый рулет. Для меренгового рулета у меня тут в чаше 6 белка. Они были у меня 212 граммов. Тут я взяла 400 грамм сахара. Я добавлю 2 пачки ванилина. Потом в конце добавлю кукурузного крахмала. Тут у меня 25 граммов. 25 грамм, да. Для крема у нас пойдет сливки и маскарпоне. А начинка у нас будет черника. Черника малина. У меня тут щепотка соли тоже я еще добавила. Постепенно добавлю сахар. Ванилин я добавляю сахар. Так, убавляю скорость. Добавлю в 3 приема. Добавляем.
1 чайную ложку лимонного сока. Мы сюда сейчас добавляем крахмал. Так. Все, я полностью просеяла крахмал. Теперь быстро я перемешиваю. Сначала медленно. Все. Вот такие зубчики. Я сейчас сделаю узор сверху. Да, духовка. У меня сейчас духовка греется как раз. 30-35 минут, 140-150 градусов. Сейчас мы делаем крем. Тут у меня 250 миллилитров сливки. Так, я сюда добавляю ванильную пасту. Вот такая. И сахар. Один, два, три, четыре, пять. Думаю, 5 хватит, да. Наши сливки вот так сбились. Теперь я добавляю маскарпоне. Все, наш крем готов. Наша меренга готова. Смазываем кремом. Теперь произвольно раскидываем малину. Ой. Чернику тоже. Вот так я раскидала малину с черникой. Сейчас будем заворачивать. Теперь малина. Ну вот такой наш меренговый рулет. Готов. Теперь моя гостья пришла, и вот мои подготовки для моей гостьи.